Здравствуйте, почтеннейшие! На мой взгляд, в стихотворении, которое вы сейчас услышите, скрыт глубочайший жизненный парадокс. Женщина хочет быть рядом с достойным мужчиной, но быть рядом с достойным мужчиной она не может, потому что не в силах его понять ввиду ограниченности своего женского мировосприятия. Вследствие чего обречена на сосуществование с идиотами, которые ей понятны. Но в оконцовке винит этих идиотов в том, что они ей всю жизнь испортили, и что она на них потратила лучшие годы онной. Лермонтов Михаил Юрьевич. Без вас хочу сказать вам много. При вас я слушать вас хочу. Но молча вы глядите строго, и я в смущении молчу. Что ж делать, речью неискусной занять ваш ум мне не дано. Все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Всем спасибо!